Че там ссылка была? В каком гейме? Да. Ну, все нормально было. 40. Там было. Там было мега ДПС от Данилы. 22 600. Я что-то ссылка 10 герас устал. Ты фростом ебанул, да? Угу. Ну, можно было больше дать. Залагал посреди и не смог обновить. Пришлось перенакладывать вручную. А истерию давали? Да, с истерией. С триксами. Не, без триксов. Даже 2-4 можно дать. Лень может подтвердить. Не было триксов. Придание сил. Да, да, конечно. МК. Не, это все у меня. Так бы сказал, когда тебя в рейд брал, типа, ты бесполезный, просто сделаем фолик. Теперь буду скриншоты, да, давать, типа. Так, толку. Все равно мало кто умеет играть фростом. Точнее, никто. Ну да. Спиди нормально играл и форси. Ладно, если так рассуждать, то никто не умеет играть, походу. Ни за какие классы. Нацка, и все. Ну, за фроста никто не умеет у нас играть. Да, тут согласен. Никто север это. И стуха так мало. Это наоборот сейчас как говна. Только эти все там на 6К и останавливаются. Да, я что... имел вот это в виду. Ну ты ж не означаешь. Ну, да. Сидят на 6К, потому что дальше вот чего все никак. Не берут больше в рейд. Ну кому нужен этот мусор, блядь? Согласен. Когда А ты бисовый, да, я уже смотрел? Да, да. Это ты из ов выйду, по-моему, с прошлого целка, да? Последний. А у тебя арп 100%, да, или ты в силу? Да, я в арп. Ну там не 100, там 99. Просто я смотрю, у тебя камни, там сила крит стоит. Там шмот набирается около 60%, даже больше. Пала бафов нету. Сейчас дам крест. Рыд крики тут. 70%, да, там дань шмот собирается? Я не знаю. А, сейчас умоним. Тыкните на шкаф. Ретри, бафало что-то? Нет. Кисуленька. Я буду кулаки. Ну, кисуленька, каски тогда. Поклонская протость, сил кресты. Давайте бафы, лапы нету. Инты нету. Не, если рыба могу кому-то дать, что поставили. Дай крауну. Поставили, Валер. О, я могу еще колес Сланы передать кому-то. Колес Геры. 39 минут. Крестов забафали? Да. На ханта забыл бафнуть. Все готовы начинать с БДК? О, я могу Максимусу передать Кале. Так ты же не передал, Кале. Передал. Мне 39 минут еще. Ты был со мной в рейде.
Сорян. Если бы это был не Даня, вы бы сейчас обругали. Что он сделал? Да, что-то не потерялся. Я хотел сначала побежать туда в сторону под мордой, потом вспомнил, да не, лучше там потом дыхание сдохло, развернулся и не успел уже. Да, так всегда у нас. Обосрали бы, да. Давай тильт основу, кива первую копию, поклонски вторую. QV на 40%, ну, на 37% где-то прожимание незыблемости. На 33% будет разделение. Обязательно, чтобы было с незыблемостью. Начинатель. А, цирк приехал. Давайте. Можно еще поднять. Апис, подними Войда. Войд, подними Зиппера. Алдеран, подними Селфиш Марон. Не знаю. Или Лень, Леня подними. Далеко от танка. Как он так развернулся, что вот лайкнул? Даже баг. Он метки кидает, да. Он когда метки кидает, типа поворачивается. Как дыхание Хлеона рейд убивало, тогда так же. Такой же баг. Что там по обновам? На Сирусе вышла целка 10 оп, 25 оп. Кузня яма залыла. Здесь произошли страшные события. Смотрите, только не сагрите. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Это первый раз, когда? Мои братья гибли да. Один за другим. А я спряталась здесь. Кому это говно дать? Фирвард. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но... Кто? Была кладка... Ну, это антистрах этот. Атакой руководил кровожадный... Это дышки ком туда. Нелегко. Он лень кинул тебе. И более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие. Ну, три раза снимет как раз. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти злые. Давайте бафы. Но одно знаю точно. Их нужно остановить. Просто баф еще. Послать мамонта. У кого есть.
Слава, почему ты никогда лапу не даешь? Не знаю. Я смотрел твои видео, ты никогда друзьям лапу не даешь. Надо будет, да. Только не говори, какая у меня циферка бафов там этих. Все как обычно, первая пати тьма, все остальные свет, по танкам, кюве танчи тьму, тиль свет, по клонский мелкий трэш, по хилам. Лоли козырной, а кто из вас свет будет хилить? Кто имеет желание? Давайте лолик стил свет, козырной апис и кокоси на тьму. Ёжик в снегу подиспелишь. Пацан, ты первый будешь взять давать. Будем вместе, Максимус, кидай стилу. Ага. Я буду Бойду кидать. Ёжик, подиспелишь третью фазу свет? Ну, у нас Фриэль лагает. И сов кто-то может подиспелить? Джесс, ну, могу попробовать, но если кто-то типа. Макей, давай третью фазу свет. Какой-то на все остальное. По инерам Войд всегда заливаешь ману лолику. Алдеран и Джесс на второй фазе заливаете козырному, на третьей фазе лолику. Четвертая пати, кроме демона, остаетесь заливать больших. Сейчас, Дань, подожди секунду, я настрою себе тогда, чтобы диспелить. Ретрик и Суленька распределили там? Ретрики, Приды, Мауры, Правосудие. Да-да. Хорошо. Все готов. Чек на готовность. Тильт. Дима жирен. Секундочку. Клавиша не там была назначена. Все готов. Начинай, Кула. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Нам выпала честь узреть начало эры разрушения. Селфи шмором нет. Перебежали.
всякие сутуленькие метки. Бабам будешь возвращаться, перебежали. Уже брейд. Блин, нет. Заходи сразу, Пина. Рейд ждите. Заходи, Куевая, заходи, ну. Почему ты так долго? Заходите, рейд. Кисуленька метка. Быстрее сворачивай к нам. Блин, метка, заходите, если добили. Ну, диспельте. Ближе к морде сейчас. А. Что-то я. Или метки не было? Не было. Ноль. Приель. Лут поставь, кстати. Хорошо, что не помнишь. 52. 51. Бьем пока. Все, лолик, метка, выноси, выходим в свет. А, Войд, подними Джеста, Джест, подними Максимуса, быстро. Давайте рост цвету. До стены добегай, пожалуйста. Перебежали. Алдеран метка. Во тьме дали рост. Постой. Прожми, Поклонская. Прожмись. Лень, метка. Перебежали. Свет не бейте, боссы не бейте, блин. Что-то провтыкал. Сейчас во тьме может 70 быть. Нормально. Блин, метка. Каплю сейчас дам на перебежке. Перебежали. Кудесница метка. О, Лолик просит гем, ты там поставил. Фрель, спой гем. Перебежали. Петри умерла во тьме. Ничего страшного. Так и бьем.
ссылки шпарону. Отрежь, блин. Валик, метка. Босс отхилился. Перебежал. А, не бьем, свет не бьем. Свет не бьем, босса. Стоп, останавливаемся. Не бей, воет. Диспельки сейчас сроки. Ну автоатака ты не бьешь, что ли? Метка. Добиваем босса. Танки прожимайте, все что есть. Сакру дам. Перебежали. 50% добиваем босса. Добиваем босса. Трэш напуливаем только в босса. В босса играем. Тьфу. Кто не умер, кроме Рэтри? Не падали Максимус и Джейс. А, да, сорян. Ну там. Там их вина была. Ну там Лолик нормально выносил метку, я не знаю, чего вы пробежали. Ой, блин, когда две роги и Хант еще нормальный БДК, вообще тупо на изи. Просто на изи. Олег, начистишь мне на шамана? Хило чешку. Я только писал. Это РДД. РДД, да. Ты прав. Разница. Я уже пароли думал, короче, хилочешка, блядь. Так, Максимус выиграл. Спасибо. Шею рулим. Что-то с первого трайма убили? Да. Давненько не было такого. Dark Stars is back, да? Нет. Мафак. Уходите в бакс. Света. Пожалуйста, если есть кого. Просто Джерри, он вернулся, поэтому мы убили с первого трая. Так, Моровин, все правильно ж? Войдаван, 20к ДПС. С двумя рогами можно разогнаться, да, можно не стопать. А, блин, у меня кров нету здесь. Что они? Что там накинуть? Сейчас я на приста перезайду тоже. Мы Максимусу за чешку и Моровинду за подвеску. Я что-то отдаю и понимаю, что я ГП не читаю. У тебя есть права на локи? Мне не предлагают, что-то странно. Дон, значит, не настроен. Шаги нужны кому-то на успех? Можно моему паладину? Не нужно никому. Да. Я перезвоню тогда опять. Линкани дамаг из света, пожалуйста, кто-нибудь. У меня там 19200, у всего фишмарона 13100. У Кроуда 12400, у Лени 12000. Дальше. Соленька, ты в инсте или улетела? Да. Ладно, забрал бот и потом передам тебе. На IP заходит кто-то еще? Я сейчас зайду, я на паладине тогда зайду сейчас. Ага. Начисляю тогда. Лолик зайдет. Подождем. Мне можете тоже там на мага накинуть. Да ты же сам можешь себе накинуть. Ну, я не знаю, на кого сейчас заходить буду, не буду.
На варе нет прав просто. Спасибо. Лучше закинуть, кто там заходит. Почему всегда есть такие игроки, которые никогда не говорят рука, не говорят сторону? Зашел, короче, в Дискорд, пойду. Это все нормально. Трем людям уже начислили, и нас в рейде 22. Тут все правильно. Я что-то спросил, там как слышно, они говорят, блядь, блядь, голос на Мерзула похож. Вот. Кисулин. А, ну она все равно не видели. Там холодец, что-то ребята заходили. О, вон все. Накинули ЕПО? А. Ты накидываешь ЕПО? Да, накинули, кажется. Да, накинули, просто не написалось.